Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, фьюзинка. Но добро пожаловать на сегодняшний мой кето-обед. И у меня обед сегодня задержался. Сейчас у меня половина третьего. Обедаю обычно я в 12 часов. И что хочу сказать? Есть очень даже хочется полтретьего. Вчерашний, получается, у меня последний прием пищи был в районе где-то половины восьмого. То есть, соответственно, уже ого-гошечки, сколько часов? Больше 12, намного больше. Почти 18 часов я ничего не ела. И что хочу сказать. Вот обед вроде бы, да, задержался. Кушать хочется, сейчас я поем, все будет нормально. Но при этом я давно заметила у себя такую вот особенность. Мне было бы любопытно, если бы кто-то написал, что тоже испытывает нечто подобное. И связано ли это с кето или вообще с каким-то, вот не знаю, просто режимом дня, может быть, или еще с чем-то. То есть поделился своими мыслями на этот счет. Ну, то есть вот есть я сейчас хочу, но, допустим, если на ужин, вернее, ужин каким-то образом получилось так, что я его пропускаю, то есть не получилось у меня поесть. И если до 9 часов вечера я это не сделала, то у меня там просто как будто какая-то рылюшка. И даже если я очень-очень хотела кушать до 9 часов вечера, и это не получилось сделать по любым причинам, специальным, осознанным или так далее, то потом аппетит, вот полностью аппетит и чувство голода даже там, может быть, такое уже достаточно интенсивное, оно как будто выключается. Мне, кстати говоря, вся эта вот такая вот особенность очень-очень-очень-очень нравится, короче. То есть на самом деле могут быть разные причины, почему ты вечером не можешь поесть. И как бы вот это очень даже и удобно. И потом до следующего обеда ты живешь совершенно спокойно, даже еще и утром просыпаешься с ощущением сытости, вот этой кетозной, ночной выработанной сытости. Ну а вот с обедом это дело не прокатило. Как я захотела есть в положенное время, где-то часов в 11, так я до сих пор это и хочу. Единственное, что пострадало в этом деле, это то, что я, ну тут, было еще полкотлеты и кусочек сыра, вот они до видеосъемки не дожили, пока я это все раскладывала, я их уже схомячила. Ну а так, в принципе, все стандартное. Тактический салат капустно-сладко-перцево-морковный, смесью масел рыжикого сурепного заправлен, пищевыми дрожжами все обильно заправлено. При этом в этой тарелке 200 грамм, то есть одна вот такая порция по фэт-секрету моего салата. Сегодня у меня еще основные белки и жиры – это вкусный очень голландский сыр, здесь аж 50 грамм. Котлета две штуки с половиной, исчезнувшая половинка. Здесь получается это 150 грамм. И огурец, это чистая халява, он вообще в зачет не пошел. Ну и десерт, это 30 грамм грецких орехов и один кубик горького-пригорького шоколада фирмы Озёра, конечно же. А что еще хотела? Что-то еще хотела по этому поводу соврать. Ну, в смысле, что понимаете, что я уже прибежала, и мне очень-очень хочется кушать. Ничего готовить такого а-ля Фаберже я бы не стала, короче. Ну, то есть я имею в виду жутко красивого и сложного. И в чем прелесть кето? Это в том, что у нормального, настоящего кетозника вообще, в принципе, и тем более на такой случай, всегда должна быть в холодильнике вот какая-то такая вот готовая еда. То, что еще и салат не надо было резать, вообще просто замечательно. Ну, вот такое оно у нас кето уже почти приближающееся к 4-летию. И оно по-прежнему рулит, и магия там вечна и вечна. И поэтому, если вы не подписались, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы уведомления получать. Напишите мне что-нибудь хорошее под видео. Поставьте лайк, поделитесь. Ну, в общем, короче, все по полной программе. Всем привет, пока-пока.